В Москве было очень нелетное настроение снимать что-то, поэтому на даче хотя бы настроение такое веселенькое, просто потому что ты на даче. А в городе как-то оно вот все очень тухло, поэтому мы едем на дачку. Представляете, что случилось? Мы приехали в город Егорьевск для того, чтобы побрить Лёшу налысо. И у нас сел аккумулятор в машине. И теперь, когда ты поворачиваешь ключик, вот так. Не надо больше пока поворачивать. Вот так вот тогда. И, короче, вместо того, чтобы сделать, она такая. Теперь нам надо вызвать таксиста, который приедет с проводочком. Я просто никогда этого не делала, я не знаю, как это происходит, но надо, чтобы аккумулятор, короче, чтобы машина завелась. И ладно бы все ничего, но ведь у нас лапочка-дочка дома с дедушкой. А дом-то ведь у нас не совсем тут. Сколько километров до дома? Ну... 15? 20? Ну да, где-то так. Пешком ты не пройдешь. И на автобусе не приедешь так быстро. Вот так вот сидим. И ждем. Музыка меня веселит. Конечно, я не знала, для чего они. А куда цеплять? Вот на этот болтик? Нет, тут один вот сюда цепляется. Ну, этот, да, этот можно наблюдать. А второй вот сюда. От, Даша, отойди, да. Пойдем с ремонтом машины. Ура! Мама хотела побегать. Позаниматься спортом, но кое-кто не хочет сидеть в коляске. Такое космическое количество комаров, даже не знаю, с чего начать. Первый солнечный день, может быть, второй, и сломался кондиционер в машине. Не это ли жизнь во всем своем проявлении? Приехали на сервис, чтобы починить машину. Ну, кондиционер. У меня вкусняшка такая. Тут я уже, правда, съела несколько ягод. Ку-ку. Привет. Мы поехали. Я нашла минус коляски, на которой не ставится автокресло. Когда ребенок засыпает в коляске, его перекладывать из нее в автокресло очень тяжело. И очень-очень редко у меня получается ее переложить из коляски в автокресло, так, чтобы она не проснулась и спала дальше. Очень редко. Я подумала, что вот влоги, пусть они выходят раз в неделю или даже... Один влог за две недели, или, может быть, три влога за неделю. Для меня важно, чтобы каждый был наполнен смыслом каким-то, чтобы... У меня просто бывает такое, что я, например, неделю практически ничего со мной не происходит. Я просто сижу дома, хожу в магазин, гуляю, но ничего, никаких событий, о которых хотелось бы поделиться, не происходит. Именно поэтому я думаю, что лучше выкладывать влоги реже, но они зато будут интересны. Находимся около аэропорта Домодедово и смотрим, как Домодедово? Внуково! Что ты мне поправляешь? Около Внуково и смотрим, как приземляются самолеты. О!
давайте, куда? Куда? Куда мы едем? О-о-о, давайте, 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 мы едем в кино! Понимаешь, публику надо уметь завести за азарт, чтобы у них это разыгралось. Ой, забыла. Белый Range Rover Sport. Чем отличается Range Rover Sport от Range Rover Vogue? Не Evoque, а Vogue. Не знаю. Кстати, положи сразу к себе ключи. Я не беременна. Мы будем танцевать в страны танцев. У тебя есть страны танцев. В белом платье, по земле. Очень хотела лошадь, но, честно говоря, наверное, вместо хорошей лошади я бы выбрала хорошую машину. Если бы у меня уже была хорошая машина, тогда я бы купила лошадь. Все, можно ехать. Потому что в машине, допустим, 250 лошадиных сил, а в лошади одна лошадь. Но зато как породистая, с шерстью, хорошая обивка. Сейчас уснет. Что делаешь? Мама, в сумке опять ковыряешься, да? Сегодня день рождения у мужа, мы поедем, конечно, отмечать. Мы поедем в ресторан. Сделать, его связать, испечь, я не знаю. И он, чем ближе мой день рождения, еще 2 недели осталось. А мне кажется, я уже знаю, какой торт я тебе закажу. А сейчас мне такой, скорее, скорее, я уже хочу, чтобы ты его увидел. Я чувствую, что на день рождения я его уже 150 раз увижу, но нет. Мы гуляем. На самом деле, мне очень-очень нужно купить скорее сандалии Ариши. И... поэтому мы пошли по магазинам, которые у нас есть на районе, проверять. Мне нужны сандалии с жестким задником. А может быть, кто-то не знал, может быть, для кого-то я открою большой секрет, но первая обувь, в которой будет ходить ребенок, должна быть обязательно с задником, с твердым, твердым задником, для того, чтобы не допустить валюсную или варусную деформацию стопы. Очень многие проблемы с позвоночником начинаются именно со стопы. И помимо этого, все слышали о такой проблеме, как узкий таз, который мешает естественным родам очень часто. Узкий таз – это последствия неправильно выбранной обуви в детстве. Вот так. Сидим. Лежим. Но сегодня мы ходили на Warcraft. Вы понимаете, я и Warcraft. Это две вещи, которые никогда не пересекались в этой жизни. Я вообще думала, что, ну как бы, я примерно представляла себе, что такое Warcraft и что меня ждет на этом фильме. И как бы я